стихотворение. Теперь я вам прочту стихотворение из цикла «Глубокомысленная лирика». Этот жанр совершенно забыт в нашей поэзии, и я, пожалуй, единственный поэт, который этот жанр успешно разрабатывает. На углу Никитской, около кино, я, как говорится, кушал эскимо, бросил щепку на землю, и часок другой баловался газе рованной водой. Возле Тимирязева постоял чуток, для разнообразия скушал пирожок. Думал непрестанно про судьбу Европы, выпил 2 стакана, но уж без сиропа. Запил квасом кислым и осоловел. Очень много мыслей было в голове. Теперь я вам прочту стихотворение из цикла «Аграрная лирика». Вас, конечно, не должна поражать моя творческая амплитуда. Дорогая, дорогая, потеряли мы покой, ты какая-то не такая, я какой-то не такой. Подарил тебе я ленту и заколку для волос, только с этого момента что-то вроде началось. Понад речкою, рекою, понад быстрою рекой ты махнула мне рукою, я махнул тебе другой. Эх, тоска, угомонись ты, глянь по тракту там и тут, вольным строем гармонисты одинокие бредут. А за тыном, где оглобли, чинно выстроились в ряд, яровые из-под лобья на озимые глядят. Дорогая, дорогая, потеряли мы покой, ты какая-то не такая, я какой-то не такой. Дед влезает на палате, гусь пасется на лугу, про аграрную тематику я больше не могу.